какие у вас ощущения, что вы сегодня стали после олимпийского чемпиона еще чемпионом Европы? Олимпиада шемдек первый официальный чемпионат. Сам сейчас хороший, им тонро, кидем на коне, да сам кисе белиро. Чем твой тармохта, из кола пери, сам гахарегули. So after the Olympic Games, this was the first official competition I took part in, and so it was important for me to prove that winning the Olympic Games was not a fluke. А сколько у вас было, может быть, давления, потому что вы приехали сюда как действующий олимпийский чемпион? Иго удивилась пасхуизм геблоба. Иго удивилась пасхуизм геблоба. Маграм, я сказал, что дал дле, чем там с промета твоего не водило. Оля перекамуги, камуми виду да сет квад. Упро, да ты уж ты дал прошлый матч, ты ведь выиграл Европейский чемпионат. After the, I asked the pressure after coming here as a reigning Olympic champion, and he said, well, it was because after the Olympic champion, I had surgery, he had surgery on disc surgery, and so it was tough. He lost a lot of time, but he only started training after the new year, so he was preparing, he had just a short time to prepare, but he really prepared for this championship, so he's very excited to have one today.